Итак, всем здоровки, дорогие друзья, с вами Герман, и мы с вами продолжаем рубить фантастическую рыбалочку. Итак, сегодня у меня офигенный день. Что, во-первых, почему в нем офигенно? Потому что сегодня вот мой, так сказать, сопартиец, который со мной в команде, Володя, он мне сегодня очень сильно помог, он мне подкинул 20 валюты и подсказал, куда ехать, чтобы немного повыполнять достижения. Вообще круто. Сегодня у нас до сих пор идет акция. И у меня уже видос должен был выйти на Пинагора, на 1000 пинагоров, сколько я заработал. Там денег будет чуть-чуть побольше, потому что я немного сейчас не доловил, но рву этот на загадку. Итак, смотрите, он нам советует. Локация загадочный омут. Так, на загадку, по-моему, да? Сейчас, чтобы не просрать жетоны. Так, вот я ему пишу. Вот, он пишет, на загадку. Все. А, кстати, насчет загадки. Мне надо убрать эффекты звуковые, а то будут очень сильно вам долбить по ушам. Так, во. Вот так более-менее. Так, все, прям с вами на загадку. Путь. Один жетон — это один день. Вау, какая красивая лока, я тут ни разу не был. Так, и теперь он нам говорил: загадочный омут, поплавок под ноги. Загадочный омут, давайте. Вот он. Круто. Теперь поплавок. Нам нужен поплавок. Так, поплавочек. Правильно, стандарт 8. Все правильно. Под ноги 20 сантиметров. 20 сантиметров. И тут будет клевать гуппи. И, естественно, этого гуппи мы с вами будем выпускать, чтобы делать достижения и на малек плыви, и, естественно, на самого гуппи. Наживка спрессованная Артемия, или как она правильно там называется. Так, вот, вот так вот. И осталась последняя наша удочка. Вообще очень круто помог. 250 рыбы, если не пропускать, ничего, не косячить никак. Даже больше, какой 270, потому что у меня было уже столько. Давайте посмотрим, что нам это даст по достижениям. Гуппи. Я не помню, где он тут. Наверное, тоже в самом низу. Так, вот, домашняя рыбка. Вот, 250, это уже 100 тысяч кредитов, если мы 250 выловим. Ну, плюс еще что-то это понасыпется, естественно. И малек плыви, то есть за 250 рыб. Ну, 250 рыб — это, конечно, мало, но тоже мы подзаработаем немного денег. Вот, как бы. Поэтому это очень круто. И вообще, Володя, если ты будешь смотреть этот видос, огромное тебе спасибо. Я в команде... Так, вот, сразу бабки насыпали. Я в команде Белый Тигр, если я не ошибаюсь, правильно? Да, Белый Тигр. Я просто немножко призабыл название. Я в нескольких командах успел побывать, и они мне все как-то не понравились, но эта команда такая, более-менее хорошая. Вот мне она как-то понравилась, люди тоже и помогают, и общаются, и как-то вот друг за друга тут все. То есть неплохая команда. Пока и нету никаких пока требований. Вообще, когда вступал, спрашивал, есть ли какие-нибудь требования, которые я должен выполнять в обязательном порядке. Как вот, знаете, обязательно там быть на ивентах, еще где-то, ни в коем случае не пропускать. Тут такого нет. Тут как бы играют все для души. Если, естественно, делается ивент, то если есть возможность, ты помогаешь. Если нет, то есть, ну, там командные миссии, еще там что-нибудь. Если такой возможности нету, то... Естественно, ты ж не помогаешь, и никто как бы на тебя злиться не будет. Это очень хорошо, мне это нравится. Мне это нравится. И сейчас мы будем ловить гуппи. Гуппи. В принципе, я думаю, дальше не нужно ничего показывать вам, как это будет ловиться. Вы сами все увидели, куда надо ехать, на что надо ловить, все я вам показал. Единственная только проблема от этого, то что это валютная наживка. То есть это валюта, и... Это проблема.
Либо надо копить, делать квесты ежедневные, копить валюту, покупать, потом ехать сюда и здесь непосредственно пытаться выполнить это достижение, либо что-то придумывать, как-то что-то крутиться, рекорды там ставить. Ну, то есть надо как-то действовать, чтобы насобирать валюты и уже сюда рвать и пытаться ловить. Один жетон — это не так уж и много, тем более если у вас рулетка не третьего уровня. Жетон дают за вход в игру каждый день. И не надо вам выполнять специальный квест на жетон. Поэтому это круто. Ладно, дорогие друзья, на этом я хочу закончить такой наш коротенький видосик. Я не буду огромные видео теперь снимать, будут такие, так сказать, интересные, познавательные, короткие видосы по поводу того, тому, как я играю и то есть чего, как я делаю, и когда офигенно или не офигенно у нас что получается. Ну, естественно, видео обучение по какой-то определенной рыбе, достижениям, квестам, там, турнирам и так далее. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр, большие пальцы вверх за Володю, за нашу команду Белых Тигров и вообще за офигенную фантастическую рыбалку. Всем пока-пока.